На сайте Московского театра, дорогие друзья, появилась печальная новость. В это мало кто верит. Ведь за годы своего творчества российская актриса театра и кино Екатерина Гусева была настоящей легендой и настоящей актрисой для многих из нас. Нам сообщают о том, что сейчас, на данный момент, Екатерина Гусева находится в больнице с серьезной травмой позвоночника. Сегодня рано утром, находясь в своем театре, она готовилась к выступлению в одном из спектаклей. По своей личной неосторожности на ступеньках, поднимаясь на сцену, она поскользнулась и упала на спину, тем самым причинив себе сильную травму позвоночника. Спектакль был приостановлен, и Екатерина Гусева была доставлена в больницу. С подробностями, друзья, мы выступим уже завтра рано утром на нашем канале, в нашем новом выпуске.